Мамуля, а что ты делаешь, здоровая? Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Сегодня к вам Николина, как всегда. Да. В общем, я решила приготовить, запечь вот такую кашку, палашку. Горячая кашка. Это рисовая она кашка? Она еще рисовая каша, да. Короче, я ее творила на молоке. Ага. Творила на молоке. В общем, 10 стакан риса и 3 стакана молока. Здесь у меня соль. И все, я ее творила. Ну, в общем, можно ее до готовности, можно до полуготовности сварить. Она у меня вот маленько приостыла. И... Сахара нет? Нет. Так. Значит, здесь у меня что? Сюда я разобью 2 яйца куриные. Разбиваю. Шкурка толстая такая. Так. Двинем. Значит, здесь у меня что? Здесь вот. Здесь у меня 3 яблока. Я их почистила, порезала. Сюда я добавила маленько лимонной кислоты. Можно было сюда добавить это. Цедр лимоном у меня ее не было. В общем, что еще тут у меня? У меня здесь сахарная пудра, соль. Это здесь, как... да? Да. Лимонная кислота. Угу. Я это все перемешала. Значит, я сюда это буду выкладывать. Угу. Теперь это буду перемешивать. Там я маленько растаяла масло сливочное. Добавим сюда сливочного масла. Нет, не сюда. А. Ну, можно сюда, можно сразу, можно, ну, вообще-то сразу точно можно. Давай сразу добавим, перемешаем, оно измешается. Можно было изюм добавить, ну, как-то, как я постоянно, полка у меня включена. Угу. Здесь я беру нашу формочку. Я настанавливаю. Кашка. Кашка. Так, это пока я сюда уберу. В общем, я это все перемешаю. Вот это вот убила. Это все дело. Решила, что я так сделать. Что-то захотелось. Я думаю, ну что, каша-каша. Каша-каша молочная. Чуть чем-нибудь. Угу. Ну, мы ее тоже будет для разнообразия маленечко. Ну, в общем, сюда я перекладываю это все дело. Я думала, немного будет. А прямо намешала тут. В общем, вот сколько много. Угу. Здесь стакан риса, стакан молока, дорогие мои. Молоко магазинное. Молоко, а какое? Не домашнее. Домашнее. В общем, берется один штырек. Как вы уже поняли. О, посмотрите. Вот сравняю. И в духовку. Стоит. И потом будем кушать. А потом сядем. Пойдем. Можете поить. Хорошо, я разровняю это ровно. Угу. И пусть она вот там шкварчит. Так делал. Вот если бы еще цедра лимона была. Так там лимонная кислота. Ну, там ой, лимонный сок. Я ее... Это, не кислота, а сок. Яблоки не чернили. Ну, в общем, ждем. Ладно, ждем, сядем, уже пойдем. Так. Приготовилась. Так,
Такашка. Такашка. Опа. Такашка. Не один. Я что-то сильно большие нарыла. Ложку. Не давайте ложки. Я достал тебе вилку. Вилка есть. И не надо мне эту вилку здоровую. Я сказала, что я сама тебе достану вилку. Слушайте, плохо что? Ты промазала. Давай еще. Ешь, тиди. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Давайте кушать. Приятного аппетита. Вот такая кашка у нас. В общем, здесь каша ритовая, тварная на молоке. Два яйца, стакан риса, три стакана молока. Сводила я здесь на соль, два яйца. Здесь яблочки порезанные. Что я еще добавила? Сахарная пудра, соль, я говорила уже. Масло сливочное. И маленькая митоцидрия. Ему, но я чуть-чуть добавила кислоты, чтобы... Такие яблоки, они, что я не знаю, они настоящие, не настоящие, короче. Вот яблочко почистила, почистила. И вдруг. Вот такая кашка. Ой. Игорь, если хочешь, с этой кашкой можешь вон полить. Че? Деть. Супчик есть еще. Вообще-то надо было эту ложку взять, конечно, я что-то это. А, взяла вилку. Кушать вилкой. Такая кашка. Вкусная кашка. Она почему-то у меня горячая. Может, еще яйцо надо было еще одну добавить. Да, ладно. А чтобы это она такая была, ну то она немножко у меня это отсыпается. Нормально. Да можно сюда и все что угодно добавить. И грушу, и изюм. Она такая чуть сладкая, потому что сахарная пудра маленькая. Ну, конечно, она для обеда мало походит. Подходит. Ну, у меня обед такой. Кто хочет, можете тут разогревать. Поминальная кашка. Ну кто наговаривает? Это обычная каша. Угу.
намазала маслом. Ой, хотите нам. Я думала, она будет масло у меня плавать. Она маленькая еще. Подсветилась. Напоминаю, кашка. Говорит, можешь кашей тут с кашей порезать сало. Вкусно будет. Нормальная кашка. Что она что, ее хватать, что ли? Она же кипяток только что с этого. Она может быть для завтрака. Для ужина. Или для полдника. А у нас все наоборот получается. Она не с творог есть. Она с творогом что-то это. Может, я приготовлю? Да я хочу идти пожарить что на мангале в калачке. А, ну давай. Тебе давай? Не-не-не, давай делай так. Я его это выложила. Да хотела сначала я его это. Там есть это, твою найти, это замороженное? Я думаю, нет. Вот делаю калачиками, заведу быстро. Потолкую его. Мешаю. Маслю шарю. Пожарю калачик. Так захотела. На вечер как раз. Ой, как хорошо. Кофеек, знаете? Здесь рис есть? А? Рис есть? Кого? Рис есть? Ой, ты что, да? А что ты хотел? Не, я говорю, здесь есть рис. Батя, ты что? Там? Да. Ну, там яблочки еще. Там это рисовая каша. Ты что? Я говорю, рис это хороший. Это рисовая каша на молоке. Бутеринная кофе. Что, не чувствуешь? Можно было туда... Хороший рис. А не добавлять ничего. Обыкновенный рис. Он круглозерный. Он идет как раз, вот он не рассыпчатый, он как раз идет крахмальный, он идет как мягкий, раз как мягкий, каша. Мягкий, я имею в виду сказать. Проводился, протомился. Да. А если он, ну его варишь, его вот на что-то, на такое, на другое, он слипается как раз на кашу. Ну, нам запеканки нужно. Нежный, мягкий. Самое то. Ясное дело, он будет мягкий, потому что я ее сварила рис-то полностью. Он у меня не полусырой, а сваренный полностью. А еще в духовке постоял. Там погрелся. Горячий. В кастрюле погрелся, в форме погрелся, он хорошо погрелся. И без того все съел. Что я хотел сказать-то? Что ты сказал? Что вы? Рис. Яблочки. Рис он. Ну, чувствуешь, как рис, а ешь, что риса как будто нету. А ешь яблочки. Там ну, яблочки попадают. Он мягкий, что не так, что ешь рис, чувствуется небо. Ну, что вот они, видишь, я их почистила и порезала достаточно. Ну, так, мелко. Ну, перемешала. Это, скорее всего, знаешь, больше на завтрак похож. Ну, чтобы приготовить этот завтрак, наверное, потратить несколько часов.
как это что? Ну, смотри. Это надо сваривать кашу или того. Почистить яблоки. Яблоки почистить, порезать. Варить рис надо, чтобы он остыл еще. Да, чтобы он остыл. Растопить масло. Масло, да, общем, яйца, ну, туда все это перемешать. Начнете делать на завтрак, а пообедаете только. Потом еще в духовке надо не подвешать. Понятно. Там у меня стоял. Сначала на 150 у меня, а потом я минут 40 почти стоял. На 200 поставила, чтобы курочка вот эта вот маленькая запекла. Такая хорошая. Ну, в общем, как-то так. Что приготовили, то и поели. Зато вкусно. Сверху маленькая, это внутри мягкая. Ой, чуть горюка. Вот горячая. Долго держит тепло. Конечно, потому что кусочки это. Два кусочка. Один кусочек лежал на втором. Я весь не убрал. Нижний взял, раз, а вон кипяток. Потому что он вместе, он открытый. А что пьет, конечно? Я. Так что по технологии такой это делайте, не пожалеете. С удовольствием поехали. Не нужно пшеную кашу. Ну, гречневую зерновую сюда не подойдет. Но кускус он не варится. Его горячим заливаешь кипятком. То, что туда все можно, все что угодно. Изюм, яблоки, груши. Там еще масло. Сахарук. И заливаете молоком. И вот тоже будет кашка на утро. Да вообще не надо варить, не заморачиваться. Там тоже стакан кускуса. А сколько же молока. Горячим молоком. Так его можно варить. В этой самой. Кого? Готовить. Чё? Скововарки в этой. Да не хочу. Да я ты не будешь так. Пока у меня планах нет. Мультиварка это. Я говорю, пока что раз я ночь. Нет у меня вытаскивать мультиварку. Куда я знаю? Смотри. Потом опять мыть ее, некуда ее надо в это. Пока ставить. Вот будут у нас планы на мультиварку, тогда будем это. Мультиварку надо пока потом. Пока нет. Ну, в общем, дорогие мои. Спасибо, что нас смотрите, поддерживаете, пишите комментарии. А мы вот как-то так живем. Как умеем, так и живем. Живем, как можем, так и живем. Ну, в общем, всем приятного аппетита, я уже сказала. Ладно, всем вкусняшек, да? Отличного настроения идти на улицу. Возиться. Ну, хорошо. Каша удалось, каша. Как дубиков нет, прям красота. Манную кашу можно, но манную кашу у меня там есть, ее можно сварить. Не надо, вот. Не надо. Нет, сварить вот-то, а ее потом кусочки порезать, ее можно обжарить. Но это потом в планах. Надо что-то кушать. С изюмом. А? Изюм не добавляли. Нет, я говорю с изюмом. Кого? Манку, что? Ну, да. Не, а зачем мы с манкой? Зачем мы манку изюм? Да не, туда не добавляют. Идеальное сочетание это рис. Нет. Рис и изюм, по идее. Пшено еще. Вот пшено можно пшеноне. Еще тоже делать ее. Пшенную кашу делать на молоке. Тоже густую прямо творить такую. Она вроде бы поварится. Она вот здесь вот тоже стакан этого риса и 3 стакана молока.
Оно вроде бы покипело, оно тоже долго. Оно, правда, дольше, чем гречка варит. А гречку вообще закипит, и чайки закрываете, я буду вот напевать. Это вот тоже, я закрыла ее, и она сначала была с молоком, а потом она подтаяла, она вот это все впитала маленькая. Борис еще, это, побольше стал, попутлее. Ладно, всем вкусняшек-вкусняшек, ну, отличного все, настроения. Так, вот такая кашка. Начнете готовить на завтрак, но только пообедать. Ну, на завтрак. Ну, можете да. На ужин, на полдник. На ужин, ну, на начинайте полдник. С полдника и как раз на ужин приготовить. Все, всем отличного настроения, всем пока-пока.